Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Рубин ТВ, новый специальный проект под названием «Попробуй повтори». И первым гостем нашей программы будет чемпион мира по хоккею, игрок казанского Акбарса Александр Бурмистров. Саша, приветствую. Здравствуйте. Как делишки? Отлично. Ну что, сегодня мы попробуем повторить гол Биброса Натхо, ворота Tottenham Hotspur в Лиге Европы. Давай посмотрим. Ну давай, Бибарс. Сказали же, отойти на 9 метров. Натхо! 1-0! Великолепный штрафной Биброса Натхо. Ну как тебе гол? Отличный гол. Стал столько повторить. Что, попробуем? Попробуем, давайте, конечно. Прекрасный удар в обвод стенки. Ну, точка-то идеальная практически. Все готовы? Прошила стенку, короче. Да, это нелегко, оказывается. Дай! Не, ну я должен забить или нет? Надо чуть проверить, да? Да? Да ладно, завязали? Дай еще одну попробую. Раньше играл там, что-то пытался. Играл в футбол, а сейчас с ребятами, ну, летом каждый один раз, два раза в неделю собираемся, играем в футбол. С удовольствием играю в футбол и смотрю футбол. Саш, ну что, большое спасибо тебе за то, что поучаствовал в нашем проекте. Спасибо, что позвали. Из заключения хотели бы подарить тебе вот такой вот подарок. Надеюсь, тебе он понравится, и в нем ты будешь приходить на стадион и поддерживать нашу команду. О, спасибо большое. Теперь тебя будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Правильно?